Ну что, мои друзья? Что, мои друзья, еще раз? Я иду сейчас домой. Слушаю мистер Кредо, пью мексиканскую кока-колу. Сегодня у меня был очень хороший день в городе Бриджпорт. Заехал я к другу, пообедал очень вкусно турецкой едой. Попил турецкого кофейку для полного настроения. Сейчас имел какой-то мудак на дороге, решил мне немножко урок придать. Решил немножечко попугать Даника. Врубил, блин, мне дальняк. У меня стоит электронная подвеска, то есть электронные зеркала я сам создал. Машина, они меняют контур, чтобы не било в глаза. Я его запустил вперед и хуйнул все. Ой, извиняюсь за мой язык сегодня. Включил ему, блин, мои криды, мои пушки. Как пушки включились, чудак аж обалдел. У меня 4 крида сейчас стоят на машине. Я их использую только когда мне надо. Видите, какой у меня свет приятный. Камера даже показывает уровень света по дороге. То есть это именно система настоящая. Реально. И она очень нужна правильным водителям, потому что это как бы... Ну, вообще, в принципе, прошел хороший день. Я вам отснял видео, которое будет залито перед этим, про вот эти вот, то, что я купил. Я хочу, чтобы каждый что-нибудь получил. И так-то с чем-то мы это будем делать. Могу вам сказать следующее. Устройство лифта, оно работает. Значит, я сегодня поднял мой рейтинг немножко, уже 4.2. Ездил я сегодня, возил несколько людей на лифте и несколько людей на Uber, то есть я неплохо поднял, меня все устраивает, перекусил там. И вот так кручусь потихонечку. Так что готовлю новое, викторина будет. Будет после 1 числа новая тема, мы обязательно ее коснемся. И она будет интересна, то есть по-настоящему будут эксперименты. Эксперимент, то, что я хотел провести, я был удивлен, но меня белорусы удивили тем, что очень, да, конечно, 6 лет, если человек занимался языком, у него язык будет очень правильный, это нормально. Разговорная речь будет, конечно, плохо, потому что практиковать негде, а писать он будет идеально, в этом, конечно, я вижу смысл. То есть в любую англоязычную страну он может ехать закрытыми глазами, без проблем. Но главное, что люди хотят, главное, люди сделают. Главное, я вам пришлю подарки, как я обещал. Потому я считаю, что вот это главная ось всех идей. А сейчас я лечу домой, еду я на спортивном режиме сейчас. Я кое-что сделал с трансмиссией, там кое-что добавил. Так что оно мне сейчас летит, когда никого нет, я себе позволяю немножко вспомнить детство. Я люблю, когда машина нормально едет. Так что как-то вот так на сегодняшний день. Но пока никаких историй не было, вот будут истории, вот буквально мы должны митап иметь. Мы собираемся, если кто-то в Нью-Йорке хочет, стуканите. Кому-то будет интересно, мы будем собираться скоро сейчас. Сейчас будет один митап, а потом будет еще один митап. Будем собираться для себя как-то. Ну все, ребят, хорошего вечера вам. Или утро уже. Я думаю, вы это с утра будете смотреть. А я поехал на мой 36-й экзит.